Всем привет, с вами Юзи, и сегодня я буду записывать ролики. Здорово, ребят. Мне как-то неловко, потому что я давно ролики и правда не записывал. Но я думаю, сейчас ничего, нормально, разгонюсь, разогреюсь. Давайте начнем с вопросов, которые я сам себе задаю. Смотрите, куда я пропал? Никуда! Я стримлю практически каждый день на Твиче. Но я понимаю, что многие люди просто трансляции не смотрят, либо им неудобно, либо еще что. Поэтому кто-то смотрит трансляции, кто-то нет. Кому-то просто удобнее форматом ролики посмотреть. Расскажут, спокойно с ними поговорят. Все будет хорошо. Все будет супер. Короче, чё я вернулся? Короче, чел задонатил на одну штуку и такой... Я сказал, что я ролики начну делать, и если как бы задонатят, мне задонатили, подписочку купили на Boosty, и вот ролик здесь. Это одна из причин, так что можете благодарить этого человека, я без шуток. Второе, это... Общаться, общение, поддерживать связь, на самом деле. То есть основная такая мысль. Я теперь понимаю людей, на самом деле, которые вот говорили: блин, Ричард, я жду твои ролики, а я вот, знаете, делал трансляции, не понимал, а чё, в смысле, что ты ждешь? Ты один на трансляции, там такой же видос, только в прямом эфире, типа, чё сложного, чё? Да, я понял, что это немножечко другое, когда ты можешь включить ролик, и с тобой вот эта связь, общение, она как бы по-другому идет. Её можно включать в любой момент. Не нужно, знаете, успевать, попадать, следить и так далее, на время на это тратить. Поэтому я никуда не пропал, я живой. Я живой! А как у меня дела? Ну, у меня дела... Да так себе. Я думаю, что у многих сейчас не то чтобы супер. То есть ты говоришь нормально, но по факту как бы у тебя там... Да, так себе. Ну, вообще, если все отбросить, все ситуации и так далее, вообще более-менее. Мы, смотрите, я сейчас... Где я? Я сейчас в Калининграде. Мы с женой переехали в Калининград. Я сейчас в доме. Я смог купить дом на кредит, правда, но смог купить небольшой, маленький. Я в деревне. Я далеко в деревне. Хорошо, свежий воздух. Почему решил в Калининград переехать? Да просто хороший воздух. Сейчас тепло. Сейчас, я не знаю, сейчас как в Москве, наверное, там холодно, скорее всего. Здесь тепло. Правда, ветер появился. Прохладный. Ну ничего, он тоже теплый. Хорошо, так, замечательно. Не жалуюсь. Жалуюсь. По поводу игр. Помните, я делал ролики, то, что я типа над играми работал. Ну так вот, я над ними все так же работаю. Типа. Я, если вы пропустили, я чуть лучше стал программировать. Что-то я ковырялся в Unity, ну, если говорить о других движках, и не только движках. В Unreal Engine я ковырялся еще, да, на C, писал C++, вот это все, написал бота. Бот ходит горизонтально, динамично. Кто понимает, тот поймет. Кто понял, тот понял. Поздравляю. Поздравляю, супер. Над играми я что-то работаю. Я сделал, если вы пропустили, вообще пропустили, просто вообще не в курсах, не знали. Я делал карты для CSGO. Я сделал карты, две карты. Одна называется Дрон, а другая называется Рифт. И сейчас очень хочется, вы просто не представляете, как хочется сделать третью карту. Буквально вчера мы общались по поводу, какую третью карту делать. Что, может быть, ее не авторской делать. Может быть, сделать продолжение или ремейк карты Mansion. Может быть, вы в такую играли, в CS, давным-давно, 500 миллиардов лет назад. И вот сделать современную карту Mansion со всякими своими примочками. А если кто знает, я люблю работать, знаете, с освещением и прочее, а там как раз-таки такие фишки были. Поэтому кто знает, может быть, я сделаю. Посмотрим, время покажет. Я, может быть, немного скован, но это нормально, потому что я как бы давно ролики не записывал. Это, кстати, говорит о том, что это немножечко отличается от того, что когда ты записываешь ролики и делаешь трансляции. Но почему я не делал ролики? Слушайте, ребят, да потому что мне поебать! Но это правда, мне просто пофиг. А знаете, почему мне пофиг? Блин, там причин много было. Сейчас я буду оправдываться. Жестко! Оправдание! Не чувствовал я какой-то мотивации. На самом деле... Поебать мне не на вас, естественно. Наоборот, я очень рад, что как-то общаюсь с людьми. И что... Как это? Полезен людям. Наверное, так будет. Наверное, правильно. Возможно.
Да, и как будто бы для меня тогда это смысла какого-то не было. То есть не было, знаете, вот этого баланса, который был давным-давно. Сейчас будем искать баланс. Сейчас. О, нашел. Почему я только стримлю? Ну, слушайте, стримы на самом деле... Это такая быстрая мотивация, можно ее так назвать, да? Ты заходишь, запускаешь трансляцию, сразу приходят люди такие, да, привет. Во, я понял по поводу роликов, что, наверное, потому что связь типа не прямолинейная была. И это мне показалось уже странным после трансляции. Но теперь ролики мне не кажутся странными, потому что ролики, ну, в конце концов, можно прийти, сесть. Вышел ролик. Врубить. Заварить себе чай спокойно, взять себе что-нибудь перекусить. И ты такой сидишь, такой, ну давай, снимай штаны. Да, это разного рода общение. Я пока вот делаю этот ролик, я просто для себя это сам осознаю. Не то что оправдываю, а прихожу к этому пониманию, чтобы для вас дальше ролики делать. Ребята, сейчас у нас терапия проходит, на самом деле, в прямом, не в прямом, но в записанном видео. Слушайте, что дальше делать? У меня такой план, смотрите, берем все в свои руки, ваши вы берете в свои, меня, я вас беру в свои, вас, и надо разные делать проекты. Во-первых, делать ролики, во-вторых, делать трансляции, в-третьих, делать проекты, которые я делаю с играми и прочим. Почему? Да потому что, чтобы что-то интересное делать, наукой заниматься, я там на трансляциях порой учусь даже. Или меня учат на трансляции, типа, зрители. Такое тоже бывает, это очень весело. Поэтому в дальнейшем планы, смотрите, нужно делать разные вещи, делать разные прикольные вещи, чтобы я вас поддерживал, чтобы вы меня поддерживали, чтобы вот это было постоянно вот это, воу, воу, типа того. Кстати, вот я говорю все про игры, ну, потому что я люблю игры, вы сами понимаете, куда без этого. А я еще музыкой занялся, да, я выпустил первый альбом свой музыкальный, ну, буквально пару дней назад. Можете его послушать. Он вышел в ВК, он вышел в YouTube Music, он вышел в Spotify, который скоро закроется, кстати. Узнаем, как он закроется, пока непонятно. В Яндекс.Музыке он тоже есть, в iTunes он не появился. И, видимо, никогда не появится, я так и не понял, что это было. Ну, видимо, все, как бы, да. Не то чтобы я стал рэпером, но просто захотелось почему-то записать. Это я не знаю, короче, как вы... Послушайте, сами скажете, рофл, не рофл, понравилось, не понравилось, без рофла, рофлом, с рофлом, рафляночка, рольфом. А что случилось? Что-то случилось? Мой настрой такой, ребят, что я, блять, я сделаю все нахуй возможно, чтобы вас, жопу вашу, чтобы вы не стояли на месте. Но мне кажется, как бы на свет я появился именно для этого, потому что иначе, а чё такое внимание-то появилось, когда я на YouTube это все стал делать, как, ну, в интернете этим заниматься, не просто же так. Я думаю, не просто. Поэтому не сидим, не пердим, можно пернуть, но по ситуации. А по поводу о жизни, смотрите. Мне вебинары нужно, что ли, делать, наверное, я не знаю. О, давайте перейдем к новостям на самом деле. Там Ghostwire вышел, Ghostwire Tokyo. А если кто не знал, это от студии Mikami. Mikami, который создатель Resident Evil. Резидент Evil делал, обитель зла, если кто не в курсах. Там разные он игры делал, помимо Resident Evil, они тоже прикольные были. Да, от его студии, не конкретно не он был руководителем проекта, он был продюсером. Это частично то же самое, но не суть. Их студия работает под Bethesda, а Bethesda знаменита тем, что делает... Когда не она делает игры и не Fallout 76, она заставляет людей добавлять всякую разную дресню, связанную с... прокачкой, древами прокачек, открытый мир, открыто все, открыто здесь, открыто там, открыто тут, открыто там. Ну и, естественно, знаете, такой таргет, такое нацеленное
прямолинейно на какую-то аудиторию, которая, видимо, мобильные игры играет. Ну, прикиньте, вот представьте себя, представьте лицо людей, которые покупают PlayStation 5. Я на чаёк прервусь. Покупают PlayStation 5, а им, ребята, делают, прикиньте, сейчас будет, ща, ждёт, ща. А им делают мобильную игру на PlayStation 5. Ну, это ор, это просто орище, это просто ор. Как можно, ну, я не играл в Ghostwire, поэтому не знаю, но я уже предполагаю, что там, знаете, будет вот эта мега-казуальная какая-то хрень. Но надо будет попробовать, я на трансляции, наверное, поиграю. Ну вот просто вдумайтесь в это, вы, блядь, покупаете просто мега, типа супер, элитную какую-то фигню в виде консоли вот этой дорогой, и вам делают такую дресню, как будто бы, знаете, чем элитнее эти консоли становятся, тем тупее становятся игры. Хотя, я думаю, что все, кто, знаете, играл PlayStation 2 еще в те времена, думали, блять, а что нахуй будет PlayStation 3? Я ебал, там вообще пиздец, наверное, какой-то будет. Там столько всего будет. Но никто не знал, что спустя время столько всего разработчики, эти продюсеры и те, кто там деньги тратит на эти игры, под столько всего будет иметь в виду, смотри, сколько точек на ёбаной огромной карте. Давай, сходи на каждую точку, там тебе скажут... Ну вот, кто знал. Но зато графику, да, подтягивает. Молодцы. Поздравляю. Это очень странно. Я поиграю все равно Ghostwire. Мне просто кажется, что его с клавиатуры мыши лучше играть, чем с геймпада. И он от первого лица, он типа как шутер выглядел. На презентациях вообще медленно супер показывали, знаете, вот эта камера вот так двигается. Да, попробуем, посмотрим, может быть, я отдельный обзор сделаю. Ну а чё бы нет. Я просто не знаю, может быть, я сделаю видеообзор. Видеообзор просто веселее делать. Может быть, что-то кратко напишу в самом Boosty, ну, текстом. Поэтому напоминаю, ребят, если кто не знал, Boosty это, короче, Patreon. Если вы не слышали даже про Patreon, короче, неважно. Подписочная система, знаете, люди подписываются, им какой-то эксклюзивный контент открывается. Что я планирую конкретно на Boosty? Boosty вообще, я воспринимаю Boosty как, ну, самостоятельная поддержка зрителей. Те, кто следят за мной, поддержать, если хотите поддерживать, если хотите нет. Эксклюзив будет прорабатываться, я буду над ним думать, как это делать, да. То есть выпускаю ролики и какое-то время оставляю эти ролики на Boosty. Но мне кажется, это никому не интересно. Даже тем, кто, типа, покупает эти подписки и поддерживает блогера на это, как называют, Ричарда, поддерживает Ричардов, поддерживает Юзи, поддерживает Юлии, поддерживает кого? Поддерживает, как их всех называть? Инфлюенсеров, влиятельно. Чем я, блядь, влиятельный? Я ничем не влиятельный. Я что, на вас влияю? Я на вас влияю? Да? Я влияю на вас. Кручу, верчу, как хочу. Я все равно, наверное, на YouTube просто выложу. И людям скорее интереснее, как мне кажется, как я это воспринимаю, людям интереснее, чтобы сам факт того, что деньги, как энергия определенно, они уходят, чтобы она действительно заряжала человека, и он что-то выдавал им. Ну, я так, по крайней мере, это воспринимаю. Короче, да. Заходите на Boosty, ребят. Ссылку в описании оставил. Так что давайте фигарить. Я знаю, что по поводу роликов доверия ноль, и это очевидно, потому что сейчас повыпускаешь, и все. Но я думаю, что ситуация изменилась. Ну, короче, все от меня зависит и от вас. Давайте работать. Зачем? Я думаю, что мне проще всего на роликах будет, ну, такие вещи делать, типа записывать, сидеть, брачу, не, далеко. Сидеть с вами, общаться, обсуждать какие-то темы. Ну, сейчас можно было бы политические темы обсудить. Но я в Калининграде. Будем игры обсуждать и какие-то, ну, какие-то новости, связанные с играми. Может быть, кино. Какое кино, блядь. Все, я вас буду ждать на трансляции, буду ждать ребят в следующем ролике, так что не забывайте подписываться, колокольчик там, наверное, где-то врубить, я не привык это говорить. Подписаться, если вы еще не подписаны или давно не были подписаны. Расскажите знакомым, смотрите, вот Юзи смотрю, он... Я не знаю, как это писать, это, наверное, тупо выглядит, да, реально, пишешь другу такой, смотри, Юзи снимает ролики. Прошу вас рассказать другим людям, что если давно Юзи не видели или помнишь его смотрел, ролики я снимаю.
Трансляции делаю, так что заходите. И буду ждать ваши подписчики на Boosty. Там помимо еще подписок есть определенные цели. Например, погасить кредит, сделать ивент. Ну и там посмотрим, какие будут, может быть, вместо ивента. Я карту поставлю, кстати. На эти цели отдельно донатится на Boosty. Если хотите поддержать, поддержите, пожалуйста. Давайте, рассказывайте. Я сейчас, наверное, пущу какой-то текст по экрану, который покажет нынешних подписчиков Boosty. Ну что, всех вас люблю очень сильно. Давайте, обнимаю. Все будет классно. Давай, бля! Давай! Ну все, давайте, удачи, ребят. Давайте, увидимся. Всем пока. Давайте, счастливо. Пока. Пока. Счастливо, ребят. А как трансляцию врубить? Наверное, сделать вот так. Блин, а где? Давайте.